Так, ну что, ребята, всем большой привет. Сегодня я решил себе поставить просто ультимативный челлендж. Решил сыграть на морфе через фаст рапиру. Да, ну, конечно, какие-то промежуточные шмотки в любом случае купим. Там ПТ-шку, морбитку. Но, тем не менее, потом сразу рапиру. Думаю, то, что будет очень круто. Надеюсь, то, что я хотя бы чуть-чуть смогу ее реализовать. Кого-то поубивать, либо пофармить. Вот. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Я думаю, что игра будет очень-очень интересная. Также сегодня, чтобы еще больше как-то, да, скрасить игру, решил попробовать записать ролик вместе с вебкой. Если вам такая концепция нравится, а если хотите, чтобы ролики дальше выходили с вебкой, можете прямо сейчас поставить свой лайк, знак поддержки, а мы будем сражаться против снайпера. И, кстати, я думаю, то, что, ну, снайпер достаточно... плохой герой против морфинга, то есть морф имеет в этом матче доминацию. Да, во-первых, у нас гораздо больше урона на старте за счет того, что мы просто перекачаны в ловкость и можем прям в наглую с ним сразу же начинать размениваться. Ну, снайпер в этом случае мало что нам может как-то ответить. Конечно, да, потом он может мешаться по игре на рейнже, что-то делать, пукать, но пока что мы просто будем перекачку и получаем бонусные ресурсы. Вот, в принципе, все, кайф. Все, кайф. Я решил на первые деньги закупить себе 3 серклетки. Знаю то, что какие-то грамотные морфы вроде бы закупаются там через ветки. А что-то другое билдит. Так, сейчас немножечко его подпробить. Да, наглеет он периодически, этот снайпер. Знаете, они такие хитрые, все время, как только начинаешь с ними драться, поджимает хвостик, убегает. Но наша задача постоянно его напрягать. Постоянно, чтобы он просто хвостик не поднимал даже. То есть это очень круто, мне кажется. Ну и в принципе, я думаю, что потом возьмем на четвертом вейформу. Если он как-то ошибется, можно будет его подубить. Да, я взял себе 3 циркулетки просто ради того, чтобы иметь как можно больше статов полезных. Опять же, и, соответственно, больше силы и больше интеллекта, чтобы постоянно спамить скиллами, чтобы она не заканчивалась так быстро. Сначала, да, возьмем себе бенд. Также, да, вот зачастую всякие там задроты морфов берут бенд, потому что дает, опять же, чуть больше ловкости. Ловкость, по сути, все, что нам нужно. Конечно, в этой игре непосредственно нам еще нужно будет рапирку собрать, но пока что все-таки хочется немножко увеличить свой урон, чуть лучше поставить линию, покаесить. И, в принципе, все будет с кайфом. Так, четвертый у нас есть. Возьмем волну в один. Немножко подразомнем его. Я думаю, что скоро получится его убить, если он как-то ошибется. Можешь пока пойти законтролить руны. Тоже забузим себе вот эти циркулеточки. Очень круто. Вот, есть также лайфхак, который знают всякие задроты на морфах. Чуть попозже сейчас расскажу, погодите. Сначала снайпера подпробить. Теплое какао, уютный пледик и новая аркана. А такое возможно? В зимние приключения на Dota Loot, где за выполнение простых заданий дают бесплатные сундуки. Причем за каждые 15 уровней вы получаете гарантированную аркану. А за полное прохождение вам положен мега-сундук за 55 тысяч. Откуда вы выберете один из самых ценных призов в Доте? Потому что дешевых в нем, ну просто нет. А задания реально простые, вроде подписки на группы ВК, где, кстати, помимо всего, проходит каждый день раздача предметов. И это не говоря про очки топа игроков, где можно спокойно забрать Рошана за 80 тысяч и море других бесплатных призов на каждый день. Поторопись урвать 2 бесплатных предмета за начальное задание, а по промокоду Незнаков ты получишь плюс 20% к удаче и бонус при пополнении. В закрепленном комментарии я любезно оставил ссылку, чтобы активировать зимнее приключение абсолютно бесплатно. Скотин мешается. Видите, это стоит там, вот это пукает, сволочь. А мне кажется, он ошибся. Мне кажется, он сейчас прямо сейчас ошибся. Давайте проверим, как это работает на самом деле. Как приятно. Как приятно убить эту негодяя. Пойти еще законтролить эту тему. Хорошо. Блин, не хорошо. Я чуть раньше взял, чем нужно было. Да, вот сейчас сразу в силу качаемся. Там две циркулетки у нас остановили. Свою КД. И сразу после этого, да, перекачку, соответственно, мы выключаем. А все с кайфом. Ну, пробивать побольше, как-то пытаться. В принципе, у него только 4-й левел. Ему прям реально тяжело. ПТ-шка есть. Можно будет тоже ее потом подобузить. Ну, я, кстати, вот на Сларке очень круто обужу ПТ-шку. Прям постоянно держу в голове, что ее нужно нажимать. А на морфе, к сожалению, не всегда.
Потому что и так нужно следить там, да, за перекачкой, все время не забывать. А если еще ПТ-шку дергилей, то это такое. Немножко отзоним. Попробую немножко подпробить. Я ж тут не умру, я надеюсь. Вроде живу пока. Вроде живу, да. Кайф. Чисто на тоненького. Чисто на тоненького. Ну, максимально его зоним. Не даем ему фармить. Чтобы не подходил к крипам вообще. А 46-й у него пока что. Ток 4-й. В целом, да, все круто. Все очень круто. Только изменился, да, все ресы потеряли. Может, сейчас еще разок забудется. Сейчас немножко на силу перекачаться. Чтобы получить тот самый бонус. Вот, еще, ребят, пока есть возможность, хочу рассказать. Я не ожидал, если честно, что так много людей напишет. Касательно тренировок. В прошлом ролике я рассказал то, что прямо сейчас оказываю услуги по коучу. Еще нашел очень много учеников, порядка 6 человек написало. Очень крутые ребята, у всех своя история, свой рейтинг. Были ребята, у которых там и по 300 ММРов, были у кого 1000, там 2000, 3000. И один даже парень был, у него 4000. В целом, в чем концепция? Многие игроки в доту просто играют там, да, достаточно долгое время, там несколько тысяч часов, там у кого-то там, не знаю, 2000. У кого-то там даже 8 тысяч. И у всех проблема, попадает просто какой-то замкнутый круг, система 50, и не получается стабильно выходить, побеждать. Вот. И наши тренировки как раз-таки призваны на то, чтобы выйти из этого замкнутого круга, начать стабильно апаться, расти как по микро, по матчапам, так и по макро, по игре, знать и научиться думать именно, да, принимать правильные решения по скилл-билду, по этому билду, чтобы начать более стабильно чувствовать какого-то вашего героя. Вот. И в этом плане, если Тора хотите, ребята, как-то импрувнуть свой скилл, если прям не можете, хоть и пытаетесь как-то апнуться, можете написать мне в Телеграм. Тоже с вами сделаем тренировочку без проблем. Телеграм называется так же, как канал Незнаков. Пишите, будет круто, обещаю. Вот. Если что, не забывайте. Глиф поставлю. Хочу сейчас через свою форму как-то его подпробить. РНЖ чуть не хватило. Блин, у меня герой, похоже, здесь запутался. Ё-моё. Титан лаки, конечно. Надо будет сейчас скинуть крипа третьим. Реально, это какой-то вообще анлак произошел. Там такой сладкий снайпер был. Прям чисто арестовали крипчики. Надо пока тоже разобудить ресы. Даже один стик можно. Да, стики очень круто по игре. Морфе тоже смотрится. Даже в каком-то мид-гейме, в лейт-гейме. Безумно приятно обузить, когда там куча зарядов. То есть можно перекладывать просто все шмотки, которые дают. Какие-то атрибуты, какие-то статы. Там ту же самую дар филактерию можно выкидывать, обузить. И тем самым восстанавливаю почти фулл ресы. Как минимум, да, там фулл хп почти. И куча-куча маны в том числе. Ну, в этой игре мы будем в любом случае сначала делать морбитку. Сейчас хочу чекнуть руну. Ой-ой-ой, руна усиления, ребята. Кто не знает, раньше это была руна Double Damage. Сейчас название поменяли. Но по факту осталось то же самое, хотя она немножко круче стала смотреться на всяких магах, на зевсах там. Надо сразу снайпер прыгнуть. Пару тычек. Второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё с уроном? Чё с уроном? Ё-моё. Вау, просто изи. Трипл килл. Сразу морбитку себе берем. Господи, что это такое? Что это такое было? Я не знаю, у нас сейчас супер много урона, 200 с копейками. Это, знаете, это очень сильно похоже по урону на какого-то сларка медового под стаками. Если, кстати, не видели, можете посмотреть тоже ролики. Со сларком у меня очень-очень много есть на канале. Это настоящий имба, в принципе, в умелых руках, если по матчапу еще подходит. На этом герою можно безумно сильно круто сноуболиться. Да, ну, конечно, минус, если вы пойдете там против какого-то СФ, ОД или Лины, а может быть, немножко неприятно. Ну, там придется играть уже больше не на роум, а больше как-то, наверное, на себя, на свой кач. Мне нравится именно активно играть на сларке, в принципе. Все время стараюсь так делать. Все это снайпер, блин, пытается как-то пробить меня, дурака, но меня тоже так легко не провести все-таки. Прям думает, верит. Ну, кстати, на самом деле это и круто. Очень многие игроки имеют заблуждение,
то, что видит там Морфа, допустим, у него лоу хп, они пытаются все время его как-то убить, пробить, иногда сами ошибаются, этого не понимаю, и на это как бы можно и нужно даже играть, то есть имея это в голове. Даже иной раз как-то подбайтить. И, в принципе, это все работает, особенно на низком рейтинге, на каком-то... Блин, еще очень долго до рапирки. Но, ладно, у нас тут повезло, можно сказать. Очень крутая руна щита. Обязательно на Морфею нужно брать. Перед этим, да, обязательно фула также перекачиваемся, чтобы эффективного хп стало максимальное количество. Потом еще ПТ-шку можно свапнуть на силу. И перекачиваемся обратно. К сожалению, перекачиваем у нас только в один, поэтому очень долго занял этот процесс. Но в целом, с этой руной мы сейчас можем, например, Т1 спокойно забрать, не боясь, что нас кто-то убьет. Потому что 1500 барьерного здоровья, которое будет также, да, пробиваться с расчетом нашей брони, которая зависит от ловкости, это очень-очень много. Это безумно много. Да, может, конечно, снайпер-дурачок захочет с нами как-то подраться, поставиться под это, но, если честно, я что-то даже не уверен. Я просто шапнельку откинул. Понимает тоже. Очень круто было вот поначалу, когда еще люди не привыкли к этим новым рунам, к руне щитам. Тогда вообще прям очень многие байтились на морфлинга такого, у которого, да, типа, ну, 560 хп вроде, а при этом очень много барьера. Ну ладно, мы по итогу все норм сделали. Забрали Т1, станчили. У нас еще осталось куча хп. Можете попробовать на топ еще раз выйти. При этом снайпер сместился. Если мы ему покажем, что о нем думаем, будет очень весело. Хорошо, там Кен даже ульту скинул, не поскупился. Фраг получили с Леги. Пуджика бы как-то еще. Блин, я немножко не туда прыгнул. Ладно, попробую сейчас здесь его зачейзить. Хочу сразу в него превратиться. Блин, я... Ё-моё. Я нажал на ульту, не успел. Я нажал сразу ульту. И первый уже, типа, чтобы хукнуть его. Хотел форму пуджа все забрать. Но, к сожалению, чуть не хватило. Ну ладно, пофигу. То есть грим еще поймали. Плюс-минус норм. Плюс-минус норм. Там еще... О, опа, Лего. Если сейчас МК подерется с ней, можно будет тоже помочь. Пока не хочу второй скидывать. Я очень много урона получил в обратку. Надо его подсейвить, да, напоследок. Пуджа. Сюда, друг. Сюда. Надо третий еще подрубить. Блин, ну я не знаю. Нет, тут уже опасно. Там еще грим подходит. Очень опасно. Немножко подвыйти. Маленечко. Иначе можно умереть. Потому что перекачка у нас пока еще не особо раскачана. Резов тоже мало. Сейчас еще вот эту руну возьму, крутую. Наркин руна тоже очень приятно на морфе играется. Постоянно можно спамить второй. И перекачка КДшится прям супер быстро. Одна из сильнейших рун. Ну, ДД, мне кажется, все-таки посильнее. Попробуем грима. Волной, отлично. Кайф. Пуджа что есть. Но, в принципе, если он меня начнет кушать, как-то хукнет, я успею перекачку включить. Поэтому его не боимся пока. Из приятных новостей уже денежка появляется. Я смотрю, уже есть почти что сакрет. Блин, антимаг вонючий. Чему надо? Я, кстати, не знаю, могу ли я сейчас с ним размениться. По-моему, нет. Потому что у меня там куча героев бежит. Успел включить перекачку. Потихонечку. Так, а подвыйти еще. Хорошо, что стики были. Вот поэтому стики прям... Это, конечно, имба. Особенно, если против антимага играете. Иначе бы я, наверное, там уже все. Скапустился. Нормально, по итогу выжили. Ресы появились немножко. Думаю, наверное, еще даже подойти. Может, еще кого-то сможем убить там. Сейчас сакрет хочу взять еще заодно. Все, сакрет есть, обратной дороги нету, соответственно. Эх, тяжело, да, антимага, конечно, вторым попасть. А иногда он может нажать там и третий свой, либо блинк задоджить. То есть в целом такое... Так, духа. У них там, скорее всего, вижен есть. Что без вижена такой себе находиться. Было бы круто, если бы мы тут поставили свой вижен. Надо будет, наверное, потом тоже заняться виженом. Что-то я заметил, очень мало кто
вообще, в принципе, заботиться о Vision, о Vision. А Vision дает нам очень крутую опцию по макро. Именно хорошие драйки, да, сетапить с противником. Когда мы видим вражескую позицию, когда мы можем, там, допустим, да, сбить блинк, там, какой-то легио, когда мы можем, в принципе, да, увидеть там какого-то героя важного и, соответственно, понимать, можем ли мы драться или нет. Это безумно сильно роляет. Надо будет сейчас, да, проверить. Видите, тут опсик имеется. И попробую такой поставить аккуратно здесь рядом. Потому что это слишком очевидно, если туда бы я поставил. Так, третье. Отлично, пиявку грима. Тразили. Блин, ну они прям потеют. Они прям там не дают. Пойдут еще Vision, да, мы снимут хейтера. Ну, круто, круто, на самом деле, то, что я опс поставил такой более умный. Что? Что это такое, господи? Что это такое было? Ай-яй-яй. Блин, ну это реально какой-то анлак, по-моему, произошел с антимагом. Блин, я сейчас плохо еще нажал очень сильно второй. Там антимаг не молодец. Круто жмет контрспелл. Да, самый крутой способ, когда мы пробиваем антимага, это нажимать вторую во время вейв-формы. В этом случае, даже если он нажимает контрспелл, фактически снаряд у нас не может отразиться, потому что мы как бы отсутствуем на карте под вейв-формой. Вот лучше всего так делать. Но и опять же, из-за того, что не супер опытный морфлинг, не супер грамотный, иногда могу, ну, факапить такие вот нюансы. Но в целом норм. Так, здесь тоже снимем Vision. Видите, никто не занимается здесь почему-то. Саппорты фигня какой-то страдает. Очень важно так вот иметь агрессивный Vision на такой стадии. Потому что, по сути, здесь сейчас будет антимаг качаться. Мы можем сейчас сыграть тоже под его намешку. Потенциально, если бы кто-то еще помог там, да, из тиммейтов, как-то его подконтролить. Можно изи его убивать. У него пока нету особо шмоток. Ему очень много нужно, чтобы быть полезным против нас. Но я вообще удивился, то, что он меня так внезапно прыгнул, вообще без какой-либо причины. Возможно, там тоже Vision был под меня. Такое. Ну, а пока немножко кончаемся. Почти есть рапирка. Я, знаете, сейчас вот в этот момент осознал, то, что, возможно, я могу сразу потерять рапиру. Но тем интереснее, мне кажется, будет ее купить. Это такой челлендж о двух концах. С одной стороны, да, рапира нас очень сильно усиляет. С другой стороны, конечно, это большой риск. Но в этом и есть свой нюанс. Соответственно, хочу пока, да, в этом лесочке поиграть. Может быть, какой-то снайпер придет. Потому что Vision я снял. Думаю, у них тут больше Vision нет. Хотя нужно будет тоже чекнуть. Там, может, на пригорке. Да, зачастую на невысоком рейтинге люди обычно ставят только на пригорке варды. Да, можно, конечно, их ставить, но это делается обычно при максимальной доминации. Либо, например, если вы уверены, что там Vision'а нету. Вот, да, например, у противников нет информации, что я мог туда поставить Vision'а. И они не будут подозревать вот это все. Вот так, там антимаг идет, нужно немножко пока, ага, затаиться. И просто саламу алейкум. Еще грима, пробую пробить. Хорошо. Перекачку успел включить. Супер, супер. Отличная реализация рапиры. Трипл килл. Блин, я прям максимально красиво все сделал. Выждал антимага. Он прям буквально рассыпался на глазах. Насколько же вот морф с фаст рапирой это сильно. Ну, опять же, да, у нас очень хороший атак спид за счет того, что куча ловкостью. В принципе, урона немало. И в разменах, в таких вот, под морбиткой даже, очень круто размениваться. Да, под рапирой морбитка очень сильно ластивит. Именно от героев, от крипов, конечно, не настолько сильно. Но в целом, плюс-минус, надо грим еще. Так. Вейв-форму пока не хочу тратить. Лучше, если есть опция подсейвить какой-то скилл, лучше его подсейвить. Потому что может потом пригодиться, условно, там, в кого-то еще прыгнуть, если кто-то появится. А здесь Vision у них нету, вроде бы. Не, пока что все кайф. Пока что. Дальше сделаем филактерию. Ну, просто, да, чтобы было чуть больше остатов. Чтобы иметь какой-то там минимальный контроль. Там, если мы второй кинем, сможем увеличить аптайм по конкретному герою. Потом еще канду сделаем, наверное, чтобы потенциально также увеличить урон от второго. Под рапиру это очень сильно, кстати. Это реально, это безумное количество урона. Аканда плюс рапира. Вот это снять будет пока. Ладно, Рубик пускай снимет. Я хочу пойти еще кого-то подцепить.
Так. Че там, блядь? Не, молодцы наши. Наши молодцы. Они пока выбили все кнопки. Сейчас можно будет войти в замес. Лично Пуджа вынесли. Просто. Просто за там одну-две тычки, не знаю. Не, рапира кайф. Кайф. Я пока что очень доволен, то, что решился на этот эксперимент. Интересные. Поэтому, ребята, если вы вдруг еще не поставили лайк, прямо сейчас, реально, у вас есть, ну, вторая возможность это сделать, и мне будет очень приятно. Я тогда увижу, если будет много лайков, и еще попробую завтра ролик записать. Ну, а если лайков будет мало, то я подумаю перед этим. Все в ваших руках. Только антимага. Не, антимага пока не хочу, лучше Лего. Лучше Лего. Хорошо, что я... начал перекачество, потому что в обратку все-таки урон от лиги я очень много получаю под рапирой. А потом, кстати, можно будет, мне кажется, после канда сделать какой-нибудь сатаник условный. Сатаник опять очень круто заходит. Там, если на героях есть обратка, соответственно, на морфе мы будем круто лайфстилиться за счет кучи урона, за счет кучи брони. Даже в обратку, я думаю, да. Реально так, наверное, сделаем. Где лучший хук мира, АФК Пудге. Что-то недовольны там Пуджом. Противники немножко не любят Пуджа. А мне Пуджи нравятся, они обычно дружелюбные. Такие веселые ребята играют на Пуджах. Я вот, кстати, да, из интересного, я вот часто говорил, у меня на Пуджи вообще ноль опыта. Я за всю историю игры в Доту сыграл на Пуджи игр 15 только. И то, только когда начинал играть, там 10 игр подряд сыграл, 10 выиграл. Ну и что-то думал, ладно, что там, да, мясник, мясник, ага. Вот, ну и очень тяжело всегда было брать, в принципе. Все-таки не зря герой самый такой популярный. По пикрейту. Ну и, в принципе, наверное, именно с ним даже ассоциируется у многих игроков Dota. У тех даже, кто, в принципе, не играет и никогда не играл в Dota. Ну, Пуджа, как минимум, должны слышать. И я по этой причине именно, потому что, ну, типа, я против мейнстрима. Там, если все берут Пуджа, значит, я не буду брать. Ну, сразу там, да, играть на каких-то более таких интересных, сложных или не так часто встречаемых героях. И вообще, знаете, я так подумал, очень долгое время... Опа, руна усиления. Да, я так подумал, то, что морф очень долго был, ну, такой, знаете, не очень-то и сильный за счет того, что Эзерил поменяли. Эзерил билдить там либо... Так, пойдите, Лего, Лего. Сразу перекачку. Ё-моё! Ё-моё, сейчас можно сразу Рошана попробовать пойти под руны усиления забрать. У вас там варда? Нет, там варда не было, там просто отдается микровижн, когда делаете телепорт на этого, на вот этот пост, короче. Пробуем сейчас, да, пока Рошанчика убить. Да, у морфа какая проблема была? После того, как пофиксили Эзерил, когда он перестал давать ловкость, стало, ну, непрофитно собирать Эзерил. Соответственно, раньше очень круто заходил фаст, как раз фастовый Эзерил. Помимо того, что мы могли почти любого героя на карте шотнуть через дробовик, так еще и, да, имели очень приятные статы и крутую активку, которая также помогала как-то выживать иногда. Все, успели выживать, пока перекачаться, немножко отластириться при помощи маски, стики пока тратить не хочу. Маска вот реально под рапиру очень имбово смотрится. Там буквально несколько кемпов пофармим и уже будем на фулах. Кайф, да, дальше хочу сатаник сделать. Я буду сейчас опробовать урон сканды. Хочу кого-нибудь найти. Потом, если все будет круто, то, наверное, еще одну рапирку возьму. Так, хорошо, Лего вижу. Прям за спину ей и... Офигеть, я просто проехался. И она умерла. Какой ужас. Дота. ВТФ, знаете такое? Ну, я смотрел, кстати, тоже Dota WTF. Очень прикольная тема. Там всякие нарезочки бывают. Легионка не ожидала. Кайф, чё. Ну, реально с кайфом. С рапиркой, с кандой. Там просто... я не знаю, сколько урона конкретно, но ощущается очень много. Так, пока гриф надо подвыйти. Нам очень важно сейчас держать позицию, чтобы не улететь на каком-то хуке, не попасть под дуэль лиги. Желательно... Вот. Но, в принципе, пока есть Аега, можно немножко подрискнуть. Потому что там я вижу, на топе АМ дерется.
В целом не хочется. Не хочется терять просто так Аегу. Хочется как минимум забрать сторону. Может быть, две стороны. Возможно. Я уже поздно прилетел. Кент. Прям у нас крутой какой-то. Прям реально мужицкий кент. Молодец. Красавчик. Кстати, кента вроде тоже немножко нерфили. В 7.35. Вроде чуть ему подрезали ганимшард. Я вот, кстати, играл на медовом кенте еще в прошлом патче. Мне прям очень зашло. Против Лины. Интересно было. Теперь можно пока забудить леса. Я бы, наверное, еще мид подолбил. Либо... Вообще хочется, да, на мид. Не знаю, подойдут все. Очень сильно хотелось бы. Да, подолбим крипчиков. Аега пока еще есть, 3 минуты почти. И сатаник скоро будет. С приятных новостей. Ну, почему-то кент ушел куда-то. Вот такое часто бывает. Когда вроде, да, имея преимущество, имеем опцию. Ай-яй-яй-яй. Перекачку успел включить. Кайф немножко подвыйти на волне. Супер, супер. Кайф, антимага убили. Сейчас снайпер еще попробуем. Кайф. Вообще не отлично получилось. Я с минусов только что-то сильно перекачался. А в какой-то момент забыл перекачку выключить. Так, талант на атаке возьмем во время форм. Очень круто также с рапиры наши скелятся. Там будет сатаник себе докупить. И потом попробовать, наверное, как-то это... Его еще тоже реализовать. Может быть, чуть поагрессивнее сыграть. Ё-моё, да погодите, погодите, мужики. Погодите. Сейчас надо будет перекачаться до фула. Сатаник себе везу. Я урод какой на МК. Спасибо. Да. Да реально урод. Спасибо, МК. Ну, он меня просто взял и убил. Значит, то, что он туда прыгнул, крипы начали немножко, да, параноить. И меня просто тычка из нововижена от крипа убила. Это очень обидно. Вот, как, кстати, из-за таких вот моментов... Так, надо выложить эту гада здесь, посмотрим, что есть. Интересное, да, Пэлладинс берем. Кайф нас устраивает. Очень обидно, играя на морфе, вот когда такие анлаки случаются во время перекачки. Поэтому, конечно, желательно минимизировать их. Нифига не бодрые. Хорошо. Вот вам, ребята, и урон своей формы. Только что зарешал. Просто переехали. Соломор, Лего пишет. Ну, такое, да, такое. Сейчас без Аиги, конечно, немножко страшно. Теперь становится, если там куда-то меня пуш хукнет. Далеко будет очень-очень больно, я думаю. Ладно, можем подолжить, да, пиявочку. Гримбается, немножко подвыть все. Ё-ма. Ё-ма. Никто, видите, не вижен, ничего не просветы не имеет. Давайте сами поставим такой вижен и просветы. Ё-ма. ВК уехал. Куда ты уехал, брат? Хочу попробовать как-то под фонтанчик, наверное, зайти. А, отлично, даблкил. Станик успел включить, но... А-а-а, Рубик, красавчик! Лего! Лего, давай! Со мной давай дуэль! Ё-моё, блин, ну это кайф был. Четверых под фонтаном убили на 28-й на морфе. Но, блин, антимаг помешался. Ладно, я боюсь. Пошли они в жопу. А, смока. И, в принципе, можно... Можно бежать. Ё-моё, где Аега? Пуш просто не видел это, лака. МК... Сбил. Да, реально, очень-очень было обидно. С Аегой я бы там реально еще и выжил. И вообще было бы идеально. Ну, все мы не идеальны. Все время какие-то нюансы случаются, поэтому не будем расстраиваться. В принципе. А чё он наглеет на антимаге? Чё он вообще делает? Ты чего, брат? Чё, брат? Надо дальше пока побить эти. Твера, блин, там бомба рапира была. Ё-моё, я что-то проворонил рапиру свою. Там ВК взял. Ё-моё, я что-то даже забыл в моменте. Да и ладно. Ай, опять хук. Опять хук предательски. Он перекачку успел, конечно, третий. Не, это... Вот это реально сейчас анлак был. Это вообще анлак. Ну вот я говорил то, что да, единственная опция там, если пуш на фонтан хукнет, убить меня. Короче, я подумал, что, наверное, еще одну рапиру баять не буду. Пробую выйти в манту. Чисто в теории манта может помочь сбить фокус, если там условный пуш хукнет. И, в принципе... да, как-то подсейвится. Там может даже под пиявкой грима, под лего, если она, блин, конется.
Вот, я думаю, что будет круто. Ну, у нас осталось, что, голый трон добить? Не знаю, там, что-то, как они хотят наши собираться. Там Рубик Counterspell дался первый. Ё-ма. Ну, хочется, да, просто пойти закончить, если честно. Там рапира по-прежнему у ВК еще имеется. Хорошо, что он выбил кнопки чуть-чуть. Я не могу, не дает подойти ВК. Привязкой своей. Мерзко. Давайте Грима там стимальца. Хорошо. Отойти от хука. Больше не хочу на фонтан. Хотя, в принципе, там не на фонтан. Там даже можно было подставиться как будто под хук. Это, по-моему, все уже. По-моему, уже без шансов. Круто. Что мне в любом случае очень понравилось на морфе. Может быть, тоже на нем побахал бы. Может, на стримах поиграю. Если вам тоже, ребят, понравилось, ставьте лайк обязательно. На канал подписываемся. Ну и пишем, кого еще хотели бы увидеть в следующем ролике. Всем удачи. До скорых встреч. До свидания.